Росстандарт утвердит новые ГОСТы для комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Эти стандарты регламентируют не только технические характеристики камер, но и правила их установки и применения. Проект разрабатывали 2 года совместно с представителями ГИБДД, обществом автомобилистов, техническими экспертами и производителями видеоаппаратуры. Теперь по стандарту радары будут распознавать скорость от 20 км в час до 250 км в час и выявлять 13 видов нарушений. Повысится и точность определения номерных знаков. Вероятность ошибки должна быть не более 5%. Для оформления нарушения регламентируют и количество снимков. Камеры обязательно установят на тех участках дороги, где за год произошло более 3 аварий с пострадавшими. А вот в местах ремонта дорог и на мостах аппаратуру фото-видеослежения ставить запретят. Мнения экспертов по этому проекту разделились. Одни считают, что автолюбителям будет проще доказать свою правоту. Другие, что теперь железные доводы появятся у обвинения. Кто прав, покажет время, но одно можно сказать точно. Внедрение единых стандартов поможет сократить многочисленные нарушения как со стороны автовладельцев, так и со стороны инспекторов дорожного движения.